Я говорю вам с Днем Ангела, дорогие именинники, хотя хочу сказать с Новым Годом. Но Новый Год празднуют христиане несколько раз в году. 13-го мы будем праздновать января, Новый Год, по старому календарю. 1 сентября празднуется индикт, начало новолетия церковного. По древним календарям, в общем, Новый Год считается, нужно праздновать 1 марта. Поэтому сегодня я говорю вам, в первую очередь, с Днем Ангела, дорогие именинники. Сегодня, в новогоднюю ночь, как раз прошедшую, уже было много шампанского, много глупости, много смеха, много суеты и, конечно же, много греха. И как будто бы в насмешку, вроде бы, на самом деле, по промыслу Божьему, как раз в этот день, сегодня, церковь совершает память святого человека, который вымаливает пьяниц, который молится о тех, кто ведет жизнь беспутную, жизнь легкомысленную, жизнь несерьезную. Звать этого человека святой мученик Ванифатий. Вот именно в этот день так Господь дал, что поминается он в церкви, и он молится сегодня о нас. Святой Ванифатий был рабом, слугой богатой римлянки по имени Аглаида. В их отношениях был как раз блуд. Они любили друг друга этой преступной любовью, и госпожа скрывала от всех свое пристрастие к рабу, а раб пользовался ее благосклонностью, в этой связи они прожили долгие годы. И он, и она мучили совестью от того, что живут не как Бог приказал. Однако Ванифатий, будучи человеком веселым, любителем компаний, шуток, любителем простой, нетрудной такой, необременяющей жизни, был человеком добрым. Он часто обходил ночью город, видя нищего, странника, он вводил его в дом и упокоивал его. Эти и другие добрые черты впоследствии сделали его святым человеком. А случилось следующее. Аглаида, мучаясь совестью о том, что она грешница, и зная о том, что в это время на Востоке христиан мучат многих, она говорит Ванифатию, что мы с тобой живем в беззаконном союзе, а я слышал от людей духовных, что если кто-нибудь святого, замученного за Христа, мученик какой-то мощи, будет хранить, беречь, храм воздвигнет над этими мощами, будет его память совершать, то сей мученик будет за нее, за эту душу, ходатаем за этого благотворца. Поедь, как говорит, на восток, друг мой, и там, взявший денег, купи, найди, привези сюда, к нам в Рим, мощи какого-нибудь страдальца, замученного за Христа. Ванифатий сказал ей, как будто в шутку, сам того не зная, а что, если меня к тебе привезут, госпожа? Она ему говорит, не время сейчас шутить, и поезжай. Он взял товарища, отправился в путешествие, приехал в город Тарс Киликийский, город, прославленный проповедью апостола Павла. Там действительно были вот в это время гонения на христиан. На площади почти ежедневно, в течение долгого периода, казнили людей, не отрекавшихся от Спасителя. Ванифатий ушел от друзей и стоял на площади созерцать страдания, и в это время душу ее пронзила как раз эта вера, которой с ним, по сути, поделились эти терпеливные страдальцы. Он взошел на помост, где казнили людей, объявил себя христианином, пожелал к ним присоединиться. Ему отсекли голову из его раны, это отсеченное то место на шее, истекла кровь, смешанная с молоком. Увидевши это чудо, многие люди уверовали. Житие упоминает 550 людей, уверовавших во Христа, видя это чудо. Друзья же искали Ванифатия по разным питейным заведениям, по веселым местам. Не находя его, думали, вот наш друг опять завеялся искать удовольствий. Когда же пришли на место мучений, увидели, что его тело лежит между тел казненных христиан. Они взяли его голову в руки и со слезами просили прощения за то, что думали о нем хуже, чем было на самом деле. В руках у друзей отсеченная голова мученика улыбнулась и засияла светом благодатным. Они взяли с собой мощи мученика Ванифатия и повезли его к себе на родину в Рим, а молящийся Аглаиде, ангел Божий, объявил о том, что она должна принять к себе бывшего раба и любовника, а ныне господина ее и святого сожителя ангелов, друга Божия Ванифатия, который отныне будет молиться о ней. Аглаида построила храм в честь своего бывшего друга и раба, положила его мощи в этом храме и провела при этом храме долгие годы в посте и чистоте, после чего отошла к Господу и также присоединилась к числу спасенных. Мы желаем сегодня всем слишком буйно веселившимся, узнавшим об этой истории, следующий Новый год провести более трезвенно и целомудренно. И вообще желаем вам, дорогие именинники, вообще дорогие слушатели, добрых и благих перемен, от худшего на лучшее. Кроме носящих имя Ванифатий, мы сегодня поздравляем с Днем Ангела Григория и Илью. Радуйтесь, дорогие именинники. Имена ваши написаны на небесах.